Кафе-сервиз отлично вписалось в сквер между храмом Стефана Великопермского и реабилитационно-оздоровительным центром Смоленской АЭС рядом с детской площадкой. Теперь родители с малышами и школьники после занятий в кружках и секциях могут зайти обогреться и полакомиться любимыми десертами. Для детей устроили настоящий праздник в честь открытия. Первые посетители стали участниками увлекательных кулинарных викторин и конкурсов, а также смогли отведать вкуснейшие пирожные, пирожки и блинчики с разными начинками. Своими впечатлениями они поделились с нами. Мне очень понравилось кафе, я сюда буду приходить покупать булочки. Мне здесь понравилось, потому что близко очень дома, к дому, и можно заходить и покупать пирожные и булочки. Ну, нам нравится, что здесь кафе открыто, нету спиртного, нету пива. Это будет детское чисто кафе, нам очень нравится. Мы гуляем все время на площадке, и друг раза и пить хочется, и кушать хочется, домой не пойдешь. Очень нравится, молодцы. Здесь очень прикольно, вкусненько. Очень рады, что в городе открылось наконец-таки детское кафе рядом с детской площадкой, где, в принципе, можно всегда зайти и что-то горячее съесть и выпить. Очень рады. Все посетители отметили хорошее меню и доступные цены. Можно с уверенностью сказать, что кафе всегда будет многолюдно.